Ну что, друзья, продолжаем. Давайте посмотрим по Бырику, что у нас там за миссия осталась. Так, инфо. Так, надо сейчас поговорить с доктором Амари. Откликнуться на просьбу о помощи нет, что-то не хочу. Поговорить с Кентом Коннелли. Наверное, с ним можно поговорить. Вообще, я хотел, знаете, что вот это задание укрепить оборону Sanctuary. Сейчас есть кто-нибудь, ребят, кто в Fallout разбирается? Напишите в чат, пожалуйста, если есть. Так, помочь разведчикам братства. Поговорить с паладином Дэнсом, вернуться к камешке и полицейский участок. Вот, наверное, вот это задание. Я потому что, видимо, не выполнил его, да? Давайте посмотрим его на карте. Diamond City. We got small arms, long arms, 56 всего лишь. Ну-ка посмотрим, что здесь у нас. Everyone needs a haircut. Step up. Read all about it. An outsider's perspective on Diamond City. Are we still the green jewel? А, мне показывают. Я понял, почему так показывают. Тихо, карту покажи мне. Помочь разведчикам браться. Так я могу сюда, наверное, телепортироваться, да и все по-быстрому. Давайте телепортируемся. Говорят, с последним патчем как раз-таки там почти все проблемы графические Fallout 4 решили, наконец-то, на консолях. Ну, насколько я знаю, все-таки там на Xbox One осталась проблема у некоторых. Кстати, меня один парень спрашивал про проблему, когда нажимаешь старт. Ну, то есть паузу нажимаешь, потом для того, чтобы ее отжать, надо ждать потом минуту. Я думаю, что у него проблема в том, что у него консоль включена Instant On, сразу же включаться. То есть она как бы засыпает, а не выключается. Скорее всего, проблема из-за этого. Просто настройки меняешь, и все нормально будет. Странно, что вот такие маленькие локации, они не могут сразу же подгружаться. Вроде, что такого, да, зашел в здание, а уже загрузка идет. Кавалерия пришла. И это выглядит, как они отправили большие гонки. Подкрепление. Why did the Brotherhood send it here? We call our ship the Pridwin. She's loaded with enough troops and supplies to mount a major offensive. If she's here, Elder Maxon's here, and that means we're going to war. Подождите, мне кажется, немножко звук какой-то тихий очень, нет? Очень тихо почему-то игра работает. Голос, общий музыку не нужно, эффекты на максимум, шаги на максимум. Я знаю, как из робота Кьюри сделать женщину, молодец. Тут такой страшный Мэдшин. Кто Элдер Максон? Он опасный человек, это что он есть. Максон — это командир этой дивизии Брэдерхода Стиля. Он модель того, что каждый Брэдерхода солдат надеется стать. Если мы идем в войну, я могу обещать, что он будет вести чардж. Это сказано. You're about to get to know the Pridwin up close and personal. I've received orders that we're both to report to her immediately. Follow me up to the roof of the police station. We're going for a little ride. Okay. А если вначале выбрать женщину, кто будет в капсуле с ребенком? Так я женщину и выбрал. У меня женщина. Я за женщину играю. Может, что заглючило-то там? Маленько все-таки подбагивает. Ух ты, а мы сейчас на этой штуке будем летать, серьезно? Прям вот, прям
по миру Fallout летать на этой штуковине, это наверное, нереально круто. И неожиданно, самое главное. Вот это круто. Ууу, еще не просто летать. Я что-то не полечился перед тем, как вылететь. Круто. Это просто нереально круто. Да, подтормаживают, наверное, конечно. Плюс я еще не вижу никого, чтобы на улице ходили, видимо. Когда летаешь, приходится всех убирать. Ух ты, смотрите-ка. Дирижабль. Что за игра? Так, на... Ты же зашел, там уже написано название игры. Fallout 4. О, там кто-то есть, смотрите. Послушайте, отчет, какой отчет? Ну-ка. Предметы. Помощь разная. Так, отчет. Где отчет? В танки нет, не играю, конечно. Я уже взрослый мальчик, чтобы в танки играть. В танчики.
Permission to come aboard, sir? Permission granted. And welcome back, Paladin. Allow me to be the first to congratulate you on a successful mission. And is this our new recruit? Yes, sir. I feel promoted her to initiate, and I'd like to sponsor her entry into our rankings personally. Yes, we've read your reports. You'll be pleased to know that Elder Maxson's approved your request and placed the recruit in your charge. Thank you, sir. And my current orders? You are to remain on the Pridlin and await further instructions. Very good, sir. Ad victoriam, Captain. Ad victoriam, Paladin. Captain. So, you're the one Paladin Dance has taken under his wing. You don't look much like a soldier to me. Вешность обманчива. Looks to be deceiving. Which is precisely why I personally insist on scrutinizing every recruit who boards this vessel. Изучает. I've read Paladin Dance's reports. He seems to think you'll make a fine addition to the Brotherhood. You might expect an endorsement like that to grant you a great deal of latitude with us. But let me make one thing clear. The Brotherhood of Steel has traveled to the Commonwealth with a specific goal in mind. As the captain of this vessel, I won't allow anyone to jeopardize our mission, no matter how valuable they think they are. Understood? What exactly is your mission here? I'm not at liberty to say. Elder Maxson will be addressing the crew shortly, and I'm certain all of your questions will be answered. Now, was there anything else, or was everything I said understood? Not even a hint? Come on, I deserve it. No. You'll just have to wait until Elder Maxson addresses the crew. Now dispense with the questions. It's time to get to work. Understood? That's all for now, soldier. Your orders are to proceed to the command deck for the address. After which, Elder Maxson wishes to have a word with you. If you have any questions, ask me now. Otherwise, you're dismissed. Так, силовая броня, вопросов нет. Может, силовую броню спросить? Yeah, where can I get power armor? Only knights are allowed to wear Brotherhood power armor. And you're no knight. Not yet. Until Elder Maxson grants you that title, you'll have to make do with what you've got. Anything else? Can you tell me anything about Elder Maxson? Elder Maxson is the supreme commander of the Brotherhood. Without his tenacity and his vision, we'd still be a small group of complacent stragglers, occupying the Citadel and the Capital Wasteland. In a mere decade, he's grown the Brotherhood of Steel into a major military force. He's an inspiration to us all. Is there anything else? What are my orders? Your orders are to proceed to Elder Maxson's address, after which he wishes to speak with you. Anything else? I don't have any questions. Then I suggest you head over to the command deck immediately. Dismissed, initiate. Знаете, тут уже FPS-то проседает весьма знатно. Подожди, это у него силовая броня, что ли? Нет. Скриптор какой-то. Интересно, силовая броня это что это? А, вот, видимо, она, да? Вообще что-нибудь интересное есть тут еще? Hi. I can't talk to you right now. Maxson is preparing to address the crew. В Tom Clancy Rainbow Six нет, не играю. Она же еще не вышла. Я в бету уже давно отыграл и выложил прохождение на YouTube. Что если хотите, на ютубе можете посмотреть. Шедевром игра точно не станет. Но может оказаться весьма неплохой, если будет нормальный перевод. Yeah, babysitting field scribes. Prestigious. Beats guard duty. Why? What'd you get? English scowls. You're kidding. Lousy haircuts. All the touches that you expect from the Brotherhood. Давайте посмотрим тогда по заданию, куда можно пойти.
Помочь разведчикам братства. Вообще-то я, видимо, не сходил туда, да? Выслушать речь старейшины. Ну, давайте выслушаем сначала речь тогда. 10. Не понял. Не понял. Подожди, а... Вышло уже, что ли? Rainbow Six вышло, не может быть. Как такое может быть, что она вышла? Так, сейчас посмотрим. Она в марте выходит. Ты врешь все. Нехорошо врать. Релиз 8 марта. Ты, может быть, играл в бету, так же, как и я. Может быть, сюда все-таки пойти? Что-то непонятно вообще, если честно. Где эту речь выслушивать? А, вот там вот. Понятно. Оп, стоп. Brothers and sisters, the road behind has been long and fraught with difficulty. Each and every one of you has surpassed my expectations by rapidly facilitating our arrival in the Commonwealth. You have accomplished this amazing feat without a hint of purpose or direction, and most impressively, without question. Now that the ship is in position, it is time to reveal our purpose and our beneath the Commonwealth. There is a cancer known as the Institute, a malignant growth that needs to be cut before it опять с переводом на фейле, да? The surface. They are experimenting with dangerous technologies that could prove to be the world's undoing for the second time in recent history. The Institute scientists have created a weapon that transcends the destructive nature of the atom bomb. They call their creation the Synth, a robotic abomination of technology that is free-thinking and masquerades as a human being. This notion that a machine could be granted free will is not only offensive, but horribly dangerous. And like the atom, if it isn't harnessed properly, it has the potential of rendering us extinct as a species. I'm not prepared to allow the Institute to continue this line of experimentation. Therefore, the Institute and their synths are considered enemies of the Brotherhood of Steel and should be dealt with swiftly and mercilessly. This campaign will be costly, and many lives will be lost. But in the end, we will be saving humankind from its worst enemy, itself. Ad victorium. Ad victorium. Ad victorium. Отлично. The Commonwealth's a dangerous place. Make sure you gear up before you head out. If it was up to me, I'd take every barrel, mutant, and synth, and shoot them into space. А, я понял, о чем ты говоришь, чувак. Понял тебя. Ты имеешь в виду Rainbow Six, не Division? Ну нет, Rainbow Six мне не понравилось. Не хочу в нее играть. Не впечатлило вообще, считай, никак. Поговорим с ним. I care about them, you know. The people of the Commonwealth. Care about them? I thought we were preparing for war. The Brotherhood is here to prevent a war by starting one of our own. The difference is, our war won't reduce civilization to ashes. What do you want from me? I want you to start taking responsibility for this planet. To start making a difference. And from what I've read in Paladin Dance's reports, you've already begun that journey. Seeing as he's one of my most respected field officers, you couldn't get a better recommendation. Therefore, from this moment forward, I'm granting you the rank of knight.
And, befitting your title, we're granting you a suit of power armor to protect you on the field of battle. Wear it with pride. A knight? What is this? The Dark Ages? Judging from the state of the world, it wouldn't be a stretch to say we're living in that era again. In any event, once you're finished becoming familiar with the Pridwin and my staff, report to the flight deck for your new orders. Welcome aboard the Pridwin, soldier. Make us proud. Elder Maxson? Take some time to familiarize yourself with the ship. Then meet me on the flight deck for your mission. Борж, привет. Тень стали поговорить. Так, Сэмпер. Помочь разведчикам братства. Это было уже, кстати. Поговорить с Паладином Дэнсом. Так я поговорил уже с ним. А, нет, с Паладином Дэнсом я не говорил. Со старейшиной поговорил. Трудится. Может, какой-нибудь есть хитрый секрет? Чистый серый костюм? Не, мне не нужен. Вот, Rad X. Это очень хорошая штука. Суперструктура интегрити green. Hull plating stable. Обратился ко мне. Так, а может быть сюда? А тут еще какой-то есть 16. Нет, это не мой явно. Не сюда. Дэнс, так, где ты, дружище мой? Смотри, все равно туда идет, показывает. Как-то вот тяжело тут ориентироваться, на самом деле. Так, здесь у нас что? Помочь разведчикам братства. Смотреть зону боевых действий. Это у нас что с заданием? Поговорить с Паладином Дэнсом, ну и... Taking on a death claw without backup is a great way to get yourself killed. Hesitating to pull the trigger on any of the comments. Он тут. Странно, вроде как бы. Вот, смотрите, еще выше. Еще выше. А как туда попасть? Слушайте, странно, да? То есть ты как бы что внизу, что вверху, тебе все время показан этот вертолет почему-то. Может быть, там какой-то есть другой вариант. Не сесть, а. Не знаю. Что можно с ним сделать еще? Очень странно вообще. Где Паладин Дэнс-то? При этом, Джей. Не пойму, где Паладин Дэнс? Что-то явно тут недоработочка вышла.
Так, МД, я ответил на твой вопрос или у меня опять звук пропал? Что-то у меня, я смотрю, звук пропал. Так и не ответил? Scribe Halen. Good, you're back. Are you ready to take on your first assignment? А что за задание? Подождите. No, I need more. That's all right. Grab whatever you. Carry food with you. А подождите, ребят, вот это задание, оно. Оно обязательно для прохождения сюжета или нет? Так, поговорить со старейшиной Максом, поговорить с пилотом, послушать подсчет, поговорить с винтокрылом. Не, наверное, все-таки надо сделать. Пропал. Я говорю, пять игроков бегают против 5 манекенов. Кто лучше забьет сверху и забьет трехочковый. Манекены не защищаются. Очень интересное зрелище. Good. You're back. Are you ready to take on your first assignment? Да, давайте. Ready. Great. Let me explain what I need you to do. One of the Brotherhood's most important duties is the recovery and preservation of technology that was lost when the bombs fell. I have a list of locations that contain artifacts we need you to recover in order to have them cataloged and studied by our scribes. Here, this should cover all the information you'll need to find your first artifact. Good luck, and be careful. Слушайте, мне кажется, это задание совершенно не обязательно. Есть такое подозрение, что это так себе, фигня полная. If Elder Maxon ordered me to follow him to the gates of hell, I'd be the first one to... Get them open. Давайте часок поспим, здоровье восстановим. When I get off duty, that Salisbury steak is mine. Bring that artifact back here as soon as possible. We wouldn't want it falling into the wrong hands. Женщины, можно отойти как-то, я не знаю. Ну, серьезно. Look who's back. I hope this means you finally got the guts to clear out another location. Так, больше, по-моему, тут ничего нет. А вот только с этой поговорить тёлкой, наверное. Но она мне уже дала, в принципе, задание. Scribe Halen. It's so exciting being new to the Commonwealth. There must be so much technology out there that our scribes haven't seen yet. МДЖ, так это неинтересно. Это то же самое, что на тренировке. Ты бегаешь и один без сопротивления ставишь данки. Можно также показывать, я не знаю, как парни просто по очереди забивают данки. Какая разница, все равно не защищается никто. В общем, игра вышла очень унылая, на мой взгляд. Помочь изведчикам братства. Не, ну уж лучше тень стали. Лучше тень стали закончить. Может быть, сейчас баг отойдет, я смогу с ним поговорить, потому что пока что не удавалось никак. Он, может быть, там где-нибудь в текстуре застрял между аэропортом и землей, там, я не знаю, как-то так. Ну вот, смотрите. Нет, все-таки баг не прошел, походу. Дерьмо. Как же с тобой поговорить-то? Вот еще что-то есть, кстати. А тут что? Упс. Нет, так не всегда было, МД. В том-то и дело, что не всегда. Были игры... All-Star интересно смотреть, они там защищались хотя бы вторую половину матча. А в этот раз вообще ни первую, ни вторую половину матча они не защищались. То есть мы по большому счету игры-то не видели. Просто парни кидали мячи в корзину и все. Good. Carry on, Knight. So you're the new Knight I heard about. Glad to have you on the team. The Pridwin is a magnificent ship. And we're lucky to have...
Proctor Ingram said she needed this suit tested yesterday. Yeah, I get it. Just... what if I miss? Back in here. Firing. By Elder Maxon's orders, all forms of technology should be confiscated or collected. Trust me, you'd know. Good. Firing. Ooh, кажется, я нафейлил. Alright, alright. Everything looks nominal. And you didn't scuttle the ship. Thanks, Initiate. Sure. Так, а куда идти-то надо? Как-то я неловко очень упал. Квантовое зеркало? Ух ты. Водка. Пачка сигарет, бурбон. Что там было написано? Реакционный терминал. Ну, пиво на самом деле можно взять еще. Где? Где-то здесь было. Never forget, you are the eyes and the ears of the Brotherhood. If you see or hear anything suspicious, it is your duty to report it immediately. We live in enemy territory now. Где-то здесь, по-любому. А, во-во-во, вижу. Да, это Paladin Dance. There you are. How did it go with Elder Maxon? Он бредит, он произвел на впечатление, сколько лет. He's a very dedicated man. It sounds like he stands behind everything he's saying. Of course he does. How could he afford not to? I just hope you appreciate how much of a chance I'm taking, bringing you into the fold this quickly. Not to put too fine a point on it, but if you screw up, we go down together. So, what's all this about you being my sponsor? Elder Maxon is understandably particular when it comes to new recruits. He believes in order to keep the Brotherhood strong, we have to bond as brothers. Привет, Михаил. As your sponsor, it's my duty to travel with you throughout the Commonwealth to ensure that our ideals are being observed. That's why I'm so concerned about your performance in the field. Да, Нюка-Кола, да, в курсе. Там где-то, короче, бомж был в городе, по-моему. Он Нюка-Кола все просил. Может быть, ему подогнать ее? I won't let you down, Dance. I promise. Good. Now, I know you're eager to hop into a suit of power armor and take the fight to the Institute. But first things first. In order to be an effective part of the team, you need to learn your way around this ship and get to know its crew. Since I've been officially assigned to you as your sponsor, I'd recommend taking me along. Почему-то попечитель это спонсор, да, получается? Интересно. Ну, пойдем, в принципе. Sounds good. Let's go. Outstanding. А куда мы пойдем-то? А, Пайпер можно отправить куда-нибудь. Не знаю куда. А почему ее нельзя отправить в Diamond City? Ну, давайте в Sanctuary Hills отправим. Ну давай до следующего дотянем. Нет, не дотянуло маленечко. Окей. Что у нас за задание теперь есть? Ну вот не хочу это задание выполнять, оно унылое вообще. Может быть, серебряный плащ? Давайте, ладно, сходим в Sanctuary. Закончим это задание. О, быстрое перемещение чего недоступно? Где? Выйти отсюда. Nothing to report right now, Knight.
we want to win the people's there. Hearts and minds. Try it now. Nothing. I was supposed to report 10 minutes ago. If you can't fix it. I can fix it. Так, а сохранить весь хлам нельзя, да? Так это у нас оружейный верстак. Что можно сделать с ним? Liberating the Commonwealth is a huge responsibility, but we'll get the job done. So, hey, walking away like Макс, это барыги есть. Мне кажется, я все продал в прошлый раз. I gladly lay down my life if it keeps humanity from repeating the apocalypse. Непростое такое местечко. Надо научиться выходить отсюда. Пока непонятно. I don't care whether I become a scribe or a soldier. All I want to do is help out my brothers and sisters. Squire? I don't see what the big deal is about dying. It's a lot like sleeping. You just don't wake up. Сынок, сынок. Видимо, где-то дальше там. Такой комплекс, они не слабый. Так, где выход, 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 выход? All right. Just don't tell Ingram, okay? But there's a reason. Food's not allowed near the instrument. Кстати, я не понимаю, почему вот из дружественных зон, например, как из этой, нельзя сразу же стартовать в любую точку. То есть ты же находишься не на миссии, ты не воюешь сейчас ни с кем, врагов рядом нет. Взял да телепортировался, почему бы нет? Может быть, отсюда можно? Сейчас проверим. Да, можно. Паладин Дэнс. Интересное, конечно, имя у него. Танец паладина. Как-то так. Какой ПК? Я играю на PlayStation 4. Что там? Корова? Ну, вообще нам надо укрепить оборону осталось. Давайте так сделаем это уже наконец-то. Мастерская. Давайте, поехали. Так, мебель, украшения, оборона. Да, давайте. Турели. Да, турель, наверное, лучше ведь. Ну, у меня, в принципе, есть только на две разные турели компоненты. Говорят, около моста лучше поставить. О, это что такое? Ничего себе. Вот, видимо, здесь, да? А здесь почему-то не хочется ставить. Ребят, кто в курсе, где там лучше-то вообще воткнуть их? И самое интересное, что пропало место, куда можно вообще воткнуть ее. А, вот, смотрите. Может, сюда?
Странно. Может, на другую турель просто? Вот такую, например. Смотрите, вот это ставится вообще где угодно. Да, лучше около моста поставить, чтобы если какой-нибудь Вася заходит, вредный, сразу его чпокать. Может быть, прямо на мост? Чтоб обзор был хороший. Вот сюда, например, да? Так, здесь, наверное, вряд ли надо. Может, в эту рель выткнуть? Там еще, видимо, есть где-то место, откуда могут зайти. Сейчас посмотрим. Не совсем понятно, сколько их нужно поставить, чтобы выполнить задание. Может быть, уже все? Но я не знаю, тут можно как-то откуда-нибудь прийти сюда? По-моему, нет. Навряд ли. Хотя, может быть, все. В теории. Поэтому лучше кого-нибудь сюда воткнуть для надежности. Такс. Ну и последнюю, наверное, где-нибудь посередине, да? Или у меня уже нет? У меня уже, скорее всего, все. Лимит какой-то исчерпан. Да. Сейчас посмотрим. Выполнение задания, может быть, оно уже готово. Все, поговорить со Стурджесом. Эй, вставай. Hey, Sturgis. И жопой повернулся ко мне. Нормально тогда. Hey, Sturgis. Thanks for doing that. We'll all sleep better at night knowing we have some defenses set up. It's been a long road. But yeah, I think this is it. Home. Feels good. I was glad to help. Well, I appreciate it. Of course, you know you're welcome anytime. My door's always open to you. Windows, too. Some of the walls, actually, come to think of it. I guess I better get back to it. Take care now. Ну что, Sanctuary выполнили, да? Наконец-то. Оставалось-то буквально чуть-чуть. Так, поехали. Говорят, харизму дано накачать дальше. Еще. Я даже не знаю, сколько харизму нужно качать. Вообще, я бы прокачал взлом еще. Где он тут был? Вот он. Есть. Хакера хочу. Несоответствие требованиям. А что нужно-то? Интеллект 4. А, интеллект 4 есть, а уровень у меня маленький пока. Достаточно было одной турельки, да я хочу уж как бы так по-нормальному все сделать. Давайте харизму тогда. Вот, отлично. А ты, Сергей, проходил игру?
Ребята, если кто-то проходил игру, вы мне, пожалуйста, подскажите, какие задания здесь обязательные, а какие второстепенные. Я второстепенные не хочу просто проходить. А вот это, кстати, очень странно. Я не прошел это задание. Прикиньте. Вот черт. Да, надо сделать его тогда прямо сейчас. Let's go. Может, сразу же можно туда отправиться. Молодец, Антон. Такая собака прикольная. Язык достала. Окей. Нам, скорее всего, сюда. С кем там нужно поговорить? Ну-ка, подождите. Так, инфо. С рыцарем капитаном Кейдом, Проктором Киландом и с Проктором Инграм. Капец какой-то вообще. Может, это кто такой? Ты кто такой? Нет, ты какой-то скриптор непонятный. Так, с капитаном Кил. Now that you've had a chance to roam the Prigwen, what do you think, Knight? Cute boat. Referring to this vessel as a boat is an insult to her heritage. It took the Brotherhood's sharpest minds over 2 years to design and more than twice that to build. That's a long time. Constructing the Prigwen required a vast amount of resources. Far more than the Brotherhood possessed when we began. We spent the first 2 years alone gathering the parts. The rest was spent assembling. It was worth the effort. With the Prigwen in our arsenal, we can mobilize our entire division, sending her anywhere that Elder Maxon wishes her to go. Her presence in the Commonwealth ensures that our mission to defeat the Institute will end in victory. Ребят, скажите, а нормально слышно игру? То есть... Из микрофона там эхо не идет, потому что у меня громкость включена. You need to learn to have a bit more faith in your brothers and sisters, soldier. In any event, I hope your tour of the Prigwen helped acclimate you to our way of life up here. I think you'll find that the more familiar you become with both her capabilities and her crew, the longer you'll survive as a member of the Brotherhood. You're dismissed, Knight. Internal monitoring active. Так, подождите. Так, стоп. Рыцарь капитан Кейт под Проктором. Bellonet Alpha at 93%. Compensating. Это Келс вообще какой-то. Окей. Так. Тут же еще было что-то интересное. Где? Здесь, может быть. Да, это круто.
А скажите мне, вот в этих зданиях больших тоже можно побывать где-нибудь на верхнем этаже или нет? Было бы мило. Странно, да, что вот между вот там, где мы сейчас находились, и куда идем, все равно подгрузка нужна. Вроде бы там не так уж и много места, чтобы подгрузить сразу же оба уровня. Так, кто-то уже здесь, видимо, есть, да? 7, 8 метров. Так. Да, вот он. Captain Cade. Glad you finally stopped by, soldier. Are you ready for your medical exam? Ты меня что ли будешь экзаминировать-то? Ты чё, чувак? Женщину давайте, я же. As long as it doesn't involve petroleum jelly and rubber gloves. А, отлично, классно пошутил. This isn't that sort of examination. I'm going to ask you a series of medical-related questions, and I'd like you to answer me to the best of your ability. First question. Классно. As a child. Were you ever exposed to radiation for an extended period of time? My father said I used to sit way too close to the TV. The television? Wait a second. Let me check my notes here. You were a vault dweller? You're probably healthier than anyone else aboard. Anyway, sorry I missed that in your records. Just going down the list of questions. I'm sure you understand. Okay, second question. Have you ever had or come in contact with a person confirmed to be carrying a communicable disease? I hope that you're kidding. Not at all. I'm quite serious, actually. However, I'll just assume that your answer to that one is a no. Third question. And please, answer honestly. Have you ever had sexual relations with any species considered non-human? Well, there was this one really ugly guy in college. I mean, I had to get drunk and it was a dare. That hardly qualifies. So I just put no. Last question. Would you have any problems pulling the trigger on an enemy of the Brotherhood, whether they're human, formerly human, or machine? Так, секунду, ребят. I suppose so? Good enough. Excellent. I think I've got all the information I need. I see no reason to prevent you from beginning your duties immediately. If you ever need medical assistance, you let me know. Так, ну что, осталось тут буквально чуток. Ah, good. You're finally here. Just set the books down anywhere. I'll get to them as soon as I can. Прикольно, что не сарказма тут много. What? Not even a thank you. I hardly need to. Oh my. It appears I've mistaken you for someone else. Since it's obvious that you aren't who I was expecting, would you mind telling me why you're here? I'm asking myself the same thing. I don't recognize you. Which leads me to the conclusion that you're a new recruit. Specifically, the one that Paladin Dance described in his report. Under normal circumstances, I'd provide you with a proper orientation of my department. However, I'm woefully behind setting up research patrols and getting bombarded with requests for technical documentation. Unfortunately, I'm lacking the personnel needed to get the job done. What exactly is a research patrol? Simply put, we send a small two-man team to scout a location and evaluate its technical and historical relevance.
saves us from sending an entire retrieval team to a worthless location. If you want my help, just ask already. I wasn't aware you were interested, Knight. As you patrol the Commonwealth, keep your eyes open for blueprints, memos, manuals, books, charts. Anything containing useful technical data. I'm authorized to pay you for each bundle of documents that you recover. And if you wish to be assigned to a research patrol, I have plenty of them waiting to be filled. In any event, it was a pleasure to meet you, Knight. Окей. Так, сейчас, ребят. Так, последний остался, наверное, да, там? Или сколько их еще осталось? Этих унылых типов. Ой, что тут произошло? Барабашка пробежал. Не, самое прикольное, конечно, разговор был с доктором. Было реально интересно. Проктор Ингрэм? So, you're the new recruit I heard about. Not what I was expecting. What were you expecting? The last batch of recruits we took on were wastelanders. Dirty, beaten up, looking for a handout. They were desperate and looking for an easy out. You look like you're here for a reason. Anyway, since you came down here to meet me, we may as well get it over with. My name's Ingrim, and this lovely little grease pit is where you'll usually find me. If your power armor's too tight in the crotch, the Pridwin's about to crash into the ground, or a robot's gone haywire, you come see me. While you're at it, my car's making this weird grinding noise when I back it out of the driveway. You're gonna have to take a number. There isn't a day that goes by on this tub without five or six things breaking down. And since I'm stuck in this rig, I'm not quite as spry as I used to be. The work tends to pile up. Actually, you seem to be getting around really well. I suppose it's better than the alternative. Anyway, I'm sure you're here to get your hands on some power armor. There's a pretty decent T-60 suit sitting in Bay 3 that's all yours. The left leg actuator's a bit sticky, but it'll keep the creeps off of you. Oh, and if you need any work done on it, feel free to use the workshops around here. Now, if you'll excuse me, I need to get back to work. Сергей, ну там YouTube регулирует. То есть там идет постоянный битрейт, но YouTube, видимо, сам как-то. А где это находится, то, что она сказала? Step forward, Knight. Even though they've locked me in this blasted cage, I promise that I won't bite. Why are you in there? I'm glad you asked. Now this is the stowage depot, and I, as you probably already guessed, am the ship's quartermaster, Proctor Teagan. The powers that be have me locked in here, so I can keep an eye on the Brotherhood's valuables. If you need to stock up on supplies before you head out on a mission, this is the place to buy them. So if I'm out of caps, I guess I'll just defeat the enemy with my bare hands. There's plenty of spare ammo and equipment all over the ship. You can help yourself to anything you can find. Everything in here is a bit more specialized and unique. The good news is by having a constant flow of caps, I'm able to buy whatever you bring me. Yeah, I'm mostly interested in weapons, but I'll take anything useful. Of course, if you're just looking to make a few caps on the side, I might have some extra work for you to do. As long as I don't end up in the brig. Don't worry.
Last thing I'd want to do is get our newest recruit in trouble. It just involves a little bit of heavy lifting and interacting with the local farms. And since I'm stuck up here manning this one-man zoo, I need someone to do the legwork for me. After you're done with the meet and greet, we can discuss the details. In the meantime, if you ever need anything else, gun, a mod, even ammo, отлично. Так, ну что, осталось броню забрать, да? Где она там говорила про броню? Не понял. Где-то на каком-то складе, видимо. Робби, кто-нибудь знает, где она там про броню говорила? Это мы в следующий раз будем проходить. У нас же там были какие-то специалисты, ребят. Где броня 60-я какая-то лежит? Патрон. Find any technical documents. You should bring them to Proctor Quinlan for analysis. Я не вижу, ребят. We'll stop the institute for Maxim and for the Brotherhood. Так, это какая тетка-то была, это что ли, нет? I'd stay away from ferals. Так вот она, по-моему. My list of maintenance fixes keeps getting longer and longer. You know those synths with the plastic faces? Ugh, they creep me the heck out. Oh, this frame is driving me crazy. Got like three itches I can't even scratch. Treat your power armor well, and it can get you through anything. Just fixed a few power armor mods and gave them to Tegan. You might want to check them out. Так, Тигану отдала, да, она говорит? Проктор Ингрэм. Can you tell Kells if he wants things fixed, he needs to keep the damn ship steady? Да, тут что-то дофига всяких ништяков. I'd just leave that if I were you. Oh, this frame is driving me crazy. Так, это не тот. Welcome aboard, sister. Watch your step on the flight deck. It's a long way down. Proctor. Treat your power armor well, and it can get you through anything. Can you tell Kells if he wants things fixed, he needs to keep the damn ship steady? Just fixed a few power armor mods and gave them to Tegan. Tegan. You might want to check them out. Где Тиган? Тиган, Тиган, Тиган. What brings you to me today? I'm looking for some firepower. Be my guest. Подожди, 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 стоп, может быть. Proctor. You're looking to pick a fight? I'll help you end it. Have anything I have some special sort of a hobby I have. Slap a few of them onto your weapons. Let me see what you have. Sure, I've got something that'll put a smile on your face. Боевая броня для туловища? Не знаю. Надо будет потом... А, вот, смотрите, модель братства. Вот-вот-вот, вижу. Неужели... Неужели это все денег стоит? Серьезно? Она не говорила про деньги. Алекс Лайф, ты проходил игру? Ладно, надеюсь... в следующий раз будут опытные ребята, они нам подскажут. Нас сохранится. Давайте, ребят, на сегодня заканчивать. Продолжим с вами прохождение Fallout. Возможно, другую игру уже завтра.